Один из простых и быстрых в приготовлении салатов, который украсит ваш праздничный и повседневный стол – салат со шпротами и помидорами. Результат выходит сочным, ярким и оригинальным по вкусу. Сочетание помидоров и шпрот очень вкусное. Все мы любим эти отменные бутерброды с чесноком и рыбкой, именно поэтому в этот салат мы добавим домашние сухарики и немного чеснока, а также вареное яйцо. Результат порадует всех, этот насыщенный приятный вкус не может не понравиться. Простота приготовления этого салата должна понравиться всем. Шпроты 150 грамм, в масле. Помидоры 200 грамм. Батон 70 грамм. Чеснок 1 зубчик. Куриные яйца 1 штука. Майонез 1 столовая ложка. Количество порций 2. Подготовьте ингредиенты. Помидоры сполосните и просушите, нарежьте томаты небольшими кубиками. Шпроты промокните слегка кухонными бумажными полотенцами, чтобы убрать излишки масла. Нарежьте шпроты небольшими кусочками, вместе с помидорами переложите в глубокую миску. Куриное яйцо сварите вкрутую, почистите и нарежьте небольшими кубиками, добавьте в салат. Батон нарежьте небольшими кубиками. Можно использовать как серый, так и белый батон. Поджарьте кусочки батона до румяной корочки до хруста. По желанию посыпьте сухари специями. Поджарьте кусочки батона до румяной корочки до хруста. По желанию посыпьте сухари специями. Приятного вам аппетита!